До Нового года осталось совсем немного времени. Если вы окончательно не придумали праздничное меню, то вот вам одна оригинальная идея. Сделаем съедобный новогодний венок из мармелада. Берем флористическое кольцо. Купить его можно в цветочном магазине. Оборачиваем фольгой. Это нужно для того, чтобы частички искусственного материала не прилипали к сладостям. Заготавливаем крепление. Для этого разрезаем зубочистки пополам, втыкаем их в мармелад и начинаем выкладывать узор на венке, располагая разноцветные детали по спирали. Стараемся крепить сладости как можно ближе друг к другу. Съедобный венок готов. Украсьте им стол для чаепития. Ваши гости обязательно оценят этот оригинальный десерт.